Всем привет! Ребята, ко мне Саба приехал. Уже он не мог, не гость он мне, как сын уже. Приехал, помогает мне. Убираем, дезинфекцию делаем. И племенем и разведением. Один вольер уже почистили, оба вместе. Ну, больше Саба работает, помогает. Это его инициатива. Здесь у нас старикам всегда помощь от молодежи. И вот решили вот этих босяков погоним. Посмотрите, какие они с корпусами. Здесь 4 мои старые и 2 штуки. Они молодые. Не молодые, но Саба мне помог и гардобаны приобрели. Сейчас посмотрим, что они сделают. Шесть штук, мы погнали. Вчера, позавчера такая погода была отличная. Синее небо, солнце. Генерал, чем я бисаба? Ну, маленький ветерок. Да, все-таки ветер. Голуби туда загоняют, в сторону города. Когда ветер, они меньше точку уходят, но они все-таки пойдут. Один у меня дурной такой, обязательно бросит цех и зайдет в облака, он теряется. Потом приходит то откуда, то отсюда, то оттуда, не поймешь. Кори. Опа. Забрал одного. Мемгони. Анахали мамалия. Или новый самец, или атиолки. Самец. Вот он, сука, блядь.
забрал. Минус один. Ребята, одного забрал, как вы поняли. Сейчас вот 4 штуки. Я еще потом выпустил. 4 штуки вот здесь внизу летают. Если это внизу называется. А 2 штуки наверху очень. Сейчас кроссворд. Всегда интересно, какого забрал. Человек обычно в это время гадает. Ну, подождем. Да, ребята, голуби спустились. Больше всего, которого я хотел, чтобы не забрал, все сели. Один самец, маленький самец у меня был, того и забрал. Вот, ребята, мы здесь сделали уборку, почистили. Вот этот вольер. Здесь на 12 пар. Основная птица у меня здесь чернохвостый. Начнется племенной разведение. Ребята, мою голубятню почистили, дезинфекцию сделали. Сейчас двери закрою и будет париться. Я формалином всегда делаю и чуть-чуть ядохимикаты от деревьев, там карате есть, разные эти еще добавляют для насекомых, для букашек. Формалин тоже убивает, но дополнительно. Вот здесь у меня форточка, пока она у меня закрыта, пар будет испаряться, и бактерии будут помирать. А потом через 3 часа форточку открою, проветривать буду, голубей запущу, гнезда поставлю и поехали. Племенное разведение начнется.
Ребята, коротко я скажу одну вещь, как я сделал свою голубятню внутри. Ну, полочки я как сделал. Я когда голубятню собирал у нескольких людей с таким образом собранную голубятню внутри видел, и я тоже решил. Несколько вариантов у меня выбило. Может быть, начинающим ребятам кому-нибудь понравится. Вот вам мой стиль такой. Сейчас разные, ребята. Я этот голубятню 17-18 лет тому назад построил, и с ребятами мы вот так соорудили. Потому она чуть-чуть там не то что испачкана, это не грязь, это своеобразный голубятни. Так бывает. Когда новое било, все здесь блестело, но это уже вот так. Но все-таки, если начинающим голубеводам понадобится, я вот сейчас вам покажу, как я гнезда ставлю. Вот мои гнезда, ребята. Вот они обыкновенные. Где сено я ложу обыкновенно. И вот она вот так ложится. Смотрите, как удобно. Она закрывается, голуби заходят, там сено, яйца ложат и размножаются. Когда мне надо его почистить, я убираю гнездо слегка, и там тоже чищу, и гнездо тоже очищается легко. По закону, ребята, по закону, она должно быть вот такой широкий. Одно гнездо уже ставится, вот так ставится, да, например, и голуби размножаются. У голубя такое свойство, пока мы до конца спрыгнут малыши, да, и сами начнут клевать, голубка опять яйцо это носит. И потому, если есть возможность, чтобы широкую сделать полку, надо такую сделать тоже. Потому что голубка на яйцо идет, а самец докармливает малышей, маленьких птенцов. И вот приблизительно я вот так тоже вторую ставлю. Вот так здесь. Вторую полку. Здесь они маленькие сидят, и а там голубка яйца снесет. Вот такое, что я хотел вам еще дополнительно сказать. Я сейчас здесь делаю дезинфекцию хорошую, и будет окей. Вот, ребята, я сам и обещал, как раз сегодня приехал, да, погоняли, одного сожрал, поработали. Дезинфекцию сделал, и я ему обещал. И вот этих мраморных цыганов я ему дарил. Вот эта пара, и это ихняя дочка. Ну, чубатую дали, потому что у них в крови есть. Здесь лед игра сидит хорошая. Мои подписчики знают, что вот этот мраморный очень красивую игру имеет. И лед, и игру. Но я его до конца не гонял. Берег. Выходит так, что это для Саби. У меня есть еще, и у субрата тоже будет. Всем пока, до свидания, ребята.